Всем привет, меня зовут Анюта. Мы продолжаем собирать самодельные бумажные сюрпризы. И я думаю, вы уже сразу заметили, что у нас новая коллекция, которая здесь прямо по центру. Это вот такие сюрпризы с игрушками-перевертышами. У меня есть вот такой вот осьминожек, даже целых два. Также эти игрушки называют игрушки настроения. Это вот такие мягкие антистрессики. И их можно переворачивать. С одной стороны она грустная, а с другой веселая. Вот такая вот счастливая розовая осьминожка. А наши сюрпризы будут не только с осьминожками, но и с другими такими игрушками, перевертышами. Здесь есть даже Among Us. И эти сюрпризы мы будем вытягивать из автомата с хваталкой. Вот все эти пакетики. А идею с автоматом я посмотрела на канале Стася Микс. Только у Насти был автомат не с перевертышами, а с попытами. И я вам советую посмотреть канал Насти. У нее тоже много видео с бумажными сюрпризами и интересной коллекции. Ссылочку на ее канал я, как всегда, ставлю в описании. Заходите и передавайте ей от меня привет. Ну и давайте выберем пакетики для сегодняшнего видео. Мы продолжаем собирать скрепышей Бравлов. Берем пакетик с Максом, с Пятерочкой и с Бравлерами. Продолжаем собирать коллекцию Габи. Возьмем вот этот пакетик. Продолжим собирать коллекцию мороженое по знакам зодиака. И также продолжаем собирать пандиков. Из коллекции Миу Ням выберем вот этот пакетик. Ну и коллекция Кругла Кот. Возьмем этот пакетик с косточками от рыбки. Первый на нашу распаковку приплывает котик с хвостиком русалки Миу Ням. И перед тем, как открыть этот пакетик, спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на канал. Ну а если вы этого еще не сделали, то сделайте это прямо сейчас, чтобы не пропустить интересное. А на этом пакетике нарисован очень милый котик. Давайте посмотрим, что внутри. А здесь котик играет в компьютер и играет очень долго. У него даже глаза покраснели. И у этого котика номер 2. Давайте найдем эту коллекцию. И вот она. Написано Миу Ням, и вот номер 2. Вот такой вот котик нам сегодня попался. Следующая коллекция пантик. На пакетике нарисовано сердечко из бамбука. А внутри очень веселый и радостный пандик, который, видимо, чего-то ждал и наконец-то дождался. И на голове у него вот такая китайская шляпка. И вот эта коллекция у этого пандика номер 9. У нас здесь номерочки в лапках. И у нас тут еще 3 пандика осталось найти под номером 2, 7 и 10. Продолжим собирать эту коллекцию в следующем видео, а сейчас коллекция мороженое по знакам зодиака. Посмотрим, какому знаку зодиака сегодня попадется мороженка. И на пакетике у нас 2 мороженых в стаканчиках. Здесь шоколадное, а здесь пломбирное. Посмотрим, что внутри. И тут мороженое для стрельца. С виду это вроде вот такое вот обычное мороженое в стаканчике. Кстати, наверное, очень вкусное и большое. Но в него воткнули стрелу, и это мороженое превратилось в мороженое для стрельца. Вот эта коллекция. Тут осталось 2 знака, и вот стрелочка, знак стрельца. Ну и ставьте лайк, кто по знаку зодиака стрельцы. А сейчас откроем еще 3 бравлера. Посмотрим, что внутри. Первый пакетик откроем вот этот. На нем много разных бравлов. И пишите, кого вы уже нашли из пятерочки. Если вы участвуете в акции. И здесь эпический Фрэнк тяжеловес. Он вот такого вот фиолетового цвета. Его оружие это молот.
Вот коллекция наших бумажных бравлов. И вот кого мы уже собрали. Фрэнка приклеим сюда. И следующих бравлов будем клеить на следующую страничку. Откроем вот этот пакетик со знаком пятерочки. Здесь бравлер Мистер Пи. Мистер Пи мифический, и он стрелок. И этот скрепыш пятерочки светится в темноте. Но у нас бумажный сюрприз, поэтому он не будет, конечно, светиться. Но если вы найдете такой вот сюрприз, то знайте, что он светится. Вот так вот. И у нас остался еще пакетик, на котором нарисована Макс. А внутри Шелли, обычный боец. Это вроде стрелок. И этот скрепыш весь полностью фиолетового цвета. Ставьте лайк, кто участвует в акции «Пятерочка». И можете написать, кого уже собрали вы. И вот у нас какая коллекция бравлов пока что. Очень надеюсь, что когда-нибудь мы найдем еще какого-нибудь легендарного или суперредкого. Наш альбомчик мы закрываем и переходим к новиночке коллекции с перевертышами. И давайте посмотрим на наш автомат. Здесь вот такие вот кнопочки, он сам весь розового цвета. Сюда мы засовываем монеточку, здесь еще какие-то кнопочки. А вот здесь вот нам уже дают игрушечку. Ну, конечно, если кому-то повезет. Кстати, можете написать, кто-нибудь выигрывал в таких автоматах? И вообще, реально ли в нем выиграть, потому что я никогда не выигрываю в них. Вот здесь вот у нас нарисован осьминожек-перевертыш розового цвета. Ну и здесь написано перевертыши. А вот этими щипчиками мы будем выбирать сюрпризики. Всего у нас будет 9 сюрпризов. Здесь мне очень понравился этот миленький котик. Даже есть брелки, черепашки, обычные перевертыши, Амон и Газ. А еще здесь какой-то грозный перевертыш с кошачьими ушками. Но, возможно, он добрый с другой стороны. И давайте сейчас с щипчиками выберем пакетик. Давайте возьмем вот этот вот. Кстати, эти пакетики открываются немного по-другому. И я не знаю, получится ли у меня хорошо их открыть. И посмотрите, под низом здесь тоже рисуночки. Мы их всех увидим, когда откроем все пакетики. На этом пакетике нарисован злой зайчик и веселый пандик. У меня есть вот такие осьминожки. И напишите в комментариях, какое у вас сейчас настроение. Грустное или веселое? Ну и давайте попробуем открыть этот пакетик. Вот мы открыли этот пакетик. И здесь два медвежонка. Один веселый, подмигивающий коричневого цвета, а другой фиолетовый, и он грустный. Вот такой вот у нас перевертыш сейчас попался. И давайте я вам покажу, куда мы их будем клеить. Вот эта коллекция. Здесь розовым цветом написано «Перевё». И если мы перевернем, то тут мы прочитаем «Ртыши». В другую сторону, правда. Но это просто надпись «Перевертыши». И точно так же у нас циферки перевернуты. И вот здесь вот стрелочки. И наш сюрпризик под номером 3. Здесь как раз стрелочки коричневая и фиолетовая. Приклеим коричневого медвежонка. А сюда грустного. Вот такого медвежонка-перевертыша мы нашли в этом видео. С одной стороны веселый, с другой грустный. А сейчас коллекция «Круглокот». И наш круглокот съел очень много рыбки, и от нее остались только розовенькие косточки. Интересно, почему розовые? А здесь кот хочет с вами пообниматься. Обнимашки! Вот коллекция «Круглокот». И у этого котика номер 7. Нам остался последний котик, и его мы найдем в следующем видео.
А сейчас коллекция Габи на пакетике. Она так приблизилась к нам. Наверное, Габи нашла телефон и пытается делать селфи, но получилось как-то не очень. И здесь Габи даже очень красиво оделась. Она еще одела на голову красивый венок из цветов. Наверное, собирается на свидание. Давайте вклеим этот сюрприз. Вот коллекция Габи. И у этой Габи самый первый грибочек. Вот такая вот она миленькая. Продолжим собирать все эти коллекции в следующем видео, так как это были все сюрпризы на сегодня. Ну и спасибо всем, кто подписался, поставил лайк под это видео. И, может быть, даже кто-то написал комментарий. С вами была Анюта. Всем удачи, всем пока. До встречи в новых видео. А увидимся мы очень скоро.